Всем здравствуйте! Познакомлю вас сегодня с ассортиментом брюк карго. Вот такая модель. Посмотрите, здесь идет вот так на поясе застежка, присобрана на коленях и, естественно, собирается внизу. Рекомендуем вот с такими кроп-топами носим такие брюки. И в таком же оттенке, только совершенно другая модель. Здесь затягивается на шнуровке. Сзади вот такой один карман, соответственно, по бокам. И затягивается внизу. Можно носить с таким вот кроп-топом, более открытым. Такая модель. Здесь есть шлевочки, можно дополнить ремнем. Это хлопок, достаточно тяжелый, держит форму. Вот такие вот накладные карманы. И шнуровки здесь только внизу. Смотрите, такие. Очень плотная ткань. Можно такой монохромный образ собрать с футболкой в тон. Такая модель. Это более струящаяся ткань, также с карманами по бокам. Есть шлевочки для ремня. Эта модель, ну, чуть-чуть укороченная. Можно дополнить вот такой рубашкой из легкой струящейся также ткани. Либо вот такие брюки атласные. Тоже добавляем такой рубашки. Такие джинсы карго. Полная длина, достаточно длинные, множество карманов, прямые брючины широкие. Дополняем вот такой футболкой с ярким акцентом. И такая модель брюк карго. Это как ткань такая, как балуневая. И можно собрать комплект с рубашкой. Также балуневые карго, здесь немножечко по-другому они выполнены, обманка на резинке, вот такие прострочки, видите, по прямой, да, идут, это, естественно, визуально удлиняет длину ног. Носим с такими вот рубашками, завязываем укороченные, либо внутрь еще надеваем вот такого цвета круптоп в тон рисунку, очень оригинально, красиво смотрится. И такие карго, это хлопок. Такая средняя посадка, ремень идет в комплекте, и такие карманы по бокам, и они зауженные и укороченные. И можно добавить вот такую даже стильную классическую рубашку с перьями, хотя мы вот так комбинируем классику со спортшиком, с джинсами. Приходите к нам в магазин в адрес стиля.